Экономика Казахстана продолжит расти в 2023 году. По оценкам экспертов, в среднем на 4%. Об этом сообщает ранкинг KZ. Несмотря на геополитическую ситуацию и глобальные потрясения, динамика ВВП нашей страны сегодня находится в благоприятной зоне. Аналитики ссылаются на положительные итоги макроэкономического развития страны 2022 года. К примеру, за 11 месяцев темп роста отечественной экономики составил 2,7%. Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увеличился сразу на треть, достигнув 111 миллиардов долларов. Показатели же экспорта и вовсе выросли почти наполовину, а инвестиции в основной капитал увеличились на 13%. Эксперты считают, что повысить показатели экономического развития позволит поддержка со стороны налогово-бюджетной политики. Также положительное влияние окажет рост выпуска в обрабатывающих отраслях, строительной сфере и секторе услуг, в том числе в результате эффекта по продвижению 10 национальных проектов.